Добай день. До день. Здравствуйте. А звитки будете? Лануды. Лануде. Ясно, я с Киева. Ну, я 11 лет назад с Днепропетровска переехал. Ясник. Слушайте, есть такой вопросик интересный к вам. Да скажи. Да. Uh, вот uh, нашел я, значит, карту древнюю. Ну как, 1705 года. Только это не древняя. Uh, ну, 300 год, нормально. Это, Традиция. это так себе. 300 год, это нормально, я думаю. Так, и здесь, в общем-то, ну, у него есть две карты. Это э, Николай Дефер. Вот, издал две карты, на которых есть вот одна карта. Это вот э, попадает сюда, значит... Э, Написано Царде Вот. а вторая карта есть. Это там, где он нарисует Османскую империю Крымское украинское ханство. И вот попадает сюда территория Украины, которая подписана в Украине. Э, то есть э, земля, земля земля, в общем-то, украинских казаков. А где украинских казаков там написано? Че? Пейс дес козакус of Ukraine. Или Украина. 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 Не Украина. Краина. Это Окраина. Ясно. Уже попаяло Само... Само с самого порога. Так слушайте. Получается. Получается в Зачай тысячу. Выгадали. Так я еще даже вопроса не задал вам. Я только прочитал, так, что ты я на картах не. часа базарить. Не. Карту, не, не, не. Я вопросик задал, что хочу задать вопросик, что вот почему Николя Дефе знал про московское царство в 1705 году с одной стороны, а с другой стороны знал про Украину как страну казаков. Не Украину, а Украину. А казаки какой национальности были, скажи мне? О, давайте проверим, какой национальности они ну, были. Какой национальности казаки были? Я вам сейчас отвечу. И вообще, кто такой казак? Я сейчас вам отвечу. Сейчас а я что вам что все я отвечу. отвечу. Ты, ты должен это со школы знать. Да, я сейчас вам прям с первоисточника российского. С Значит, смотрите. С Значит, смотрите. С Государственная публичная историческая библиотека России. У нее есть источник, который называется «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России». Вот. И здесь собраны древние документы, в том числе, вот, собственно, когда с посольством Богдана Хмельницкого договаривались московиты, то записали все это. И здесь написано следующее. В этом посольстве. Сказывает, если б то не надобно, украинцы вместе с Москвою, великого княжества Литовской и Малой Руси, пока месть князей русские держали в Киеве, прежде живущие. Дальше пишется, секретарь войска Запорожского, что себя на Украине не чинить. Угу, так, интересно. А еще в томе 11 написано, что не во что Украину обратить, что ему, боже, не помози. Не только мы Украину, землю его царского величества. Вот, это... Посольство Богдана Хмельницкого к царю август 1657 год. Вот Украина, Богдан, украинцы. Богдан Хмельницкий называл себя кем? Я же вам прочитал посольство только что. Кем он себя подписывал? Вы слышали, что я прочитал вам? Я вам говорю, кем он себя числил. Вы слышали, что я прочитал вам? Нет, не слушал. А, не слушай Ну так вот, здесь есть украинцы и Украина. Это я вам еще раз перескажу, чтобы вы услышали. 1657 год. Давайте гуглите, передо мной сразу. Это, да не буду я, гугли. Давайте я, буду? Давайте да не буду я гуглить. Давайте гуглите. Давайте гуглите. Вам да написать. Сейчас я источник это вам напишу. Написать. Можете. Не надо никаких источников. Это все вот. Чушь. Смотрите, вот источник это... вам скинул. В чате источник скину. Прочитайте. Да не интересно мне это. А не То интересно. Это... А как же так? Богдан Кмельницкий А да как же так? Богдан Кмельницкий а. называл себя русским шляхтичем. <laughs> Отлично. Это исторический факт. А вы когда-то слышали его его этот промову к казакам, не знаю как на российском. Ты как мне, ты обращение? Мне на вопрос казаки какой национальности были? Вот сейчас ты я мне вам сказал, отвечу. Читаешь казаки какой национальности. Сейчас я вам отвечу. Не переживайте. Значит смотрите обращение к казакам Богдана Хмельницкого, собственно. Значит какой национальности? Я же объясняю, не перебивай, пожалуйста. Чию кров ідуть розвивати, не братілії своєї, Їх не єдина породи мати Україна, по ком достоїть їм побороти по костельом, лі так далі. І далі пишеться, Ілі матері своєї України, я же свободою даствувати хощет. А далі Хмельницький оберещається краєстровцям і говорить слідче: Пом'яніте бивших, бувших воїнов українських, я же іще ні верні бяху, но мужеством своїм, і всі страни, обнащаху страхом. От, собственно, пережді бивши воїни українські. Казаки. Какой национальности? Да, забыл сказать, это летопись э, Григория Горобянки за э, 17-18 век. Были, слышишь? Вот. Хмельницкий обращается... Национальность казаков, я тебя спрашиваю. Слушай, национальности... В 17 веке, если ты такой необразованный человек, еще не было ни одной национальности. Ни одной национальности в 17 веке не было, потому что не существовало современного понятия «нация» в 17 веке. Но ты, как необразованный человек, этого не знаешь, поэтому я для тебя специально это объяснил. А то, кому они себя причисляли, мы можем посмотреть в ваших актах, которые я зачитал, посольство Богдана Хмельницкого, где есть украинцы и Украина. То есть... московіти знали про Україну і українців. А ким самі себе казаки, ми можемо посмотрите к оберещені українським казакам Богдана Хмельницького, коли він збирався воювати, було обращення українським казакам, де він обращається, що ж ми пам'ятаємо, що ми. До цього, щоб були українські воїни, пом'янем їх. І також він згадує декілька разів мати Україна наша, тобто наша вітчизна, наша це е, саме причислення до українства. Також ну, є, тут згадується 17 століття український народ і е, Запорізьке військо, і весь український народ, і так далі. Тобто, це українці. А в цього в одного, наче сербського історика, так і написано прямо. Козаки, украї е, да, козаки українські, або українські козаки щось таке. Е, це вже 18 століття, там, де він прямо каже, що є український народ, є, є українські козаки, і козацький народ, і це все якби синонім. Ну, та я не хочу це гуглити. Ну, якщо не хочеш гуглити, то да, би свалювай. За чим ти мені нужен, А, Добрий день. А, россия, город Серов, это Урал. А вы будете откуда молодой А я с Киева. Понятно. О чем сейчас? Да, вот общаюсь сегодня. Интересно спросить у россиян, вот как они относятся к 9 мая. Вот это праздник или, Майк, или нет? Ступенький вопрос вообще. Как может Россия относиться к 9 мая? Ну это праздник или это день скорби? Это а, Вы-то молодой человек еще, да, видели? Не, я вас вот, спросил. Даже, я даже, вас даже спросил. В голове бы, даже в голове бы у него. Подождите, много воды. Давайте вот по сути. Я спросил вас: это для вас праздник или это день скорби? А, для украинца объясняю, молодого, это праздник, это день победы, когда, вот. мы, когда мы фашистов, нацистов, которые сейчас находятся у вас, переиграли в великой отечественной войне переиграли. Да. Скажите, а 27 миллионов погибших это переиграли или еще нет? А, 27 миллионов погибших, а о чем речь идет? Речь, вот смотрите, вот в таких кадрах, видите, когда вот бойцы шли, значит, на убой, вот не шагу назад, да, типа, вот, шли и погибали просто как, собственно, живая, ну, живая сила, как мясо. Вы вообще понимаете, о чем вы говорите? Не знаете, мне кажется, у вас уровень сейчас а, первого не, не вам не, кажется, вам не кажется, вам не кажется. такие вот есть, да, такие есть. Вот да -да -да. Эти факты, фотографии и задаете такой вопрос, это уровень церковно приходской школы. Вот, 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 вот. Вот, смотрите. Я не буду. Ну, здесь, как можно разговаривать? Вот это праздник, скажите, вот это праздник? Когда погибали? Когда, пятый, когда каждый пятый. Когда каждый пятый... Мая, слушайте, слушайте, 27 миллионов погибших. Это я не знаю, не помню, в сколько раз больше за Германию, собственно, которую я проиграла. Сколько раз это больше за Японию, которую я проиграла. Сколько раз больше, когда Италия проиграла. Какие это жертвы? И среди этих 27 миллионов миллионов потерь в СССР, до 10 миллионов это украинцы. То есть сократилось население в переписи, да, типа с 41 по 45 год численность Украины сократилась с 41 миллиона на 27 миллионов. То есть 14 миллионов украинцев э, вот э, ну, как бы, куда-то делись. Ну, ясно, что одни -что как-то их там э, депортировали, куда-то выезжали и так дальше. Но все же, э, потери абсолютные. Кстати, списали потери Голодомора э, на Вторую мировую. То есть, э, если потери Голодомора там до 4 миллионов, около 4 миллионов, то остальные потери все же это Вторая мировая. То есть это от 6 до 7 миллионов, это украинцы, собственно. Вот. Это, это у них праздник, это у них фашистов вот так э, этот, переиграли. Вот ключевая цитата, переиграли. То есть завалили телами, э, собственно, немцев, которые уже действительно против, против такого уже никак не могли не противопоставлять. Потому что все же цена жизни... В Єрманії і в Соєцькому Союзі як дуже очень сильно. Ну що, сподобалось відео? Тоді не забувай підписатися на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквізитами, що знаходяться в описі під відео. Дякую! Слава Україні!